Расширяем границы. Национальное телевидение и радио Чувашии начали тестовое вещание в «Спутнике». Где теперь будут смотреть наши передачи и как настроить канал с уже узнаваемой «желтой звездой»? Подробности в следующем материале. Официальная дата выхода национального телевидения на «Спутник» 8 марта, но тестовая трансляция эфира началась задолго. Программы нашего канала уже доступны жителям других регионов. Для уроженцев республики это долгожданное событие. На нашу редакцию обрушился шквал звонков, электронных писем и видеороликов со словами благодарности. У нас регион Урал идет, в Тюменской области, в Улате. И вот я там смотрела концерт. Так неожиданно было, но, в общем, очень приятно. Это непередаваемое ощущение, как будто своих родственников видела. На родном языке такие песни, сами старые песни. Лет 40, наверное, прошло с тех пор, как я их услышала тогда еще. Но непередаваемое ощущение вообще. Здравствуйте! Даже не знаю, как описать эмоции. Сижу на работе в лесах Ханты-Мансийского автономного округа. Я работаю здесь на скважине. Переключаю телеканалы и вдруг вижу, по триколору показывают Чувашьень. Приятно удивлен. Ничего не сказать. Как дома побывал. Приятно увидеть и услышать вдалеке от родины родной язык и чем живет родина. Надеюсь, канал будет процветать. Теперь национальное телевидение Чувашии доступно жителям всей республики, включая небольшие деревни и села и европейской части страны. Через «Спутник» программы телеканала можно смотреть на территории от Калининграда до Тюменской области. Количество абонентов превышает 8 миллионов человек. Мы давно ждали этого события, и вот в преддверии 8 марта кажется, что прям подготовлен для нас праздник именно для женщин, как подарок. Теперь мы можем смотреть национальное телевидение Чувашии не только через интернет, но и через спутник. Мы написали об этом в нашей газете. Люди очень обрадовались, звонят, делятся радостными отзывами, покупают спутниковые тарелки. Теперь не только Казань, но и жители других городов могут смотреть программы на родном чувашском языке. Итак, национальное телевидение Чувашии вещает на спутниковой платформе «Триколор ТВ» на 823 кнопке. Там же на 36-й позиции в списке радиопрограмм можно услышать и эфир национального радио Чувашии. Настроить наши каналы просто. В разделе «Мастер настроек» необходимо выбрать оператора и настроить автоматический поиск. Список доступных телеканалов обновляется в течение 30 секунд. Вот наша небольшая инструкция. Национальная телерадиокомпания расширяет границы эфира. Одновременно расширяется и программная сетка. Зрителей ждет немало интересных проектов. Родион Архипов, Дмитрий Ковалев, Сергей Адушкин, Республика.